Всем привет! Через 9 месяцев после эндопротезирования тазобедренного сустава я работаю, сегодня 1 апреля, кстати, 2018 год, я работаю с гири 16 кг, рывок и жим. Гири, значит, рывок правой, левой рукой и жим гири 16 кг правой, левой рукой. Ну, вращение вокруг себя. Есть и всевозможные упражнения. Ну, давайте посмотрим. То есть это то, к чему, в общем-то, я и шел, вернее, шел, и есть результат. Работает спина, работают все группы мышц, ноги работают, плечевой пояс, предплечье. И жим. Ну и вращение. Вращение гири вокруг себя. Работа на трицепс. Есть результат, я доволен. Ну, ребята, не советую тем, кому это нельзя, и он этого не знает, не понимает. Все индивидуально.